Работники «Газпромдобыча Ямбург» в Новом Уренгое пополнят российскую базу доноров костного мозга. Более 50 человек пришли в процедурный кабинет, чтобы сдать 4 мл крови на типирование. До этого они заполнили анкету, указав, что им до 45 лет, вес более 50 кг и что у них нет определенных заболеваний. После лекции представителя Русфонда работники уведомили медслужбу компании о желании стать донорами. 99% потенциальных доноров из национального регистра могут не пригодиться, но важна сама готовность помочь в нужный момент. Медслужба планирует напоминать в Новом Уренгое и в вахтовых поселках об этой возможности, и если желающие будут, то централизованный забор крови повторят. И чем таких желающих больше, тем выше вероятность спасти чью-то жизнь. Процедура технически несложная, кровь можно сдать в любом процедурном кабинете. Единственное, что это не получится делать там для одного-двух человек. Нам необходимо хотя бы небольшими группами это организовать. Здесь есть сложности с транспортировкой крови на типирование. Дальше мы эти пробирки с кровью направим в Казань, в федеральный университет. Там проведут само, собственно говоря, типирование. И после постановки на учет потенциальных доноров им придет извещение.